Буэнос диас, братва. Ядерный рассветный заряд ваш экран, и это значит, что мы ищем голову чудища в экс-махина. Садимся поудобнее, берем ништяки и сразу же в бой. Ну подумаешь, немножко мяса устроили. Так, две пачки сих. Так, два ящика бутылок и еще сигареты. По-моему, Роботрон у меня в покое хуй оставит. Сука, да откуда вы лезете? Не, ребятки, фарм достаточно злостный. Да, он перевернулся, лол. Так, а дайте-ка я просто посмотрю ценники ради прикола. Почему у меня купят сигареты разные города? Так. 13200, 13800, 13200, 13400. Ну, где-то 13 с хуем. Так, по традиции где-то в начале серии савимся. Так, откуда бы выстрел? По мою душу явно. Неспешно так выкатываемся. Да, стреляю я, конечно, пиздец. А! У него рапира на борту стояла, ебать копать. Так, а чё мне там нападало из оружия? Так, рапир. ПКТ. Разрушительный ПКТ. 7650. Хуяк. Как бы он сильно позлее. Так, 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 там еще кто-то вроде бегал, но да хуй бы с ними. Так, потому что сейчас мне надо как-то за эту гору залезть. Блядь. Ага, получается, надо сквозь поселение. Заодно и отремонтируемся. Через поселение, а потом... А потом с диким звуком вжух. Купить сагитту, что ли? Так, мы ехали максимум 110. Забыл отремонтироваться, блять. О! Взбодрил машинку. А, вот там где-то проход будет. Я вот только не помню, как идет стакинг.
этих вещей от базового значения или от текущего. Надо было там где-то проворачивать. Сейчас, ладно, через башню залезу. Что там за стальное чудище? Дай-ка заценю. А, просто ебан-бобан выехал. Всего лишь. Ха, ящик. Ебать, у него бронина толстая. Для начала надо отделить ее от туловища. Надо проявить сноровку. Готово? Так, что за электромеханический комплекс? 37 000, конечно. Так, скорострельность повреждения огнестрелов плюс 30. 9? 10? Другой вопрос, что я, скорее всего, буду качаться в энергию. Ох, нихуя себе! Вот это гипердотка! Ха-ха, вот это, сука, главный калибр. Вот это, сука, главный калибр. Хотеть. Честно, штука дико редкая. Молот Тора. Дамаги до хуища. КД 5 секунд, правда. Она как вжухнет, блять, поэтому мне и нужен терминатор, чтобы там было больше слотов под модули. Грубо говоря, две сагитты, две больших канистры и оружие, то есть скорострел, энергии и дамаг. Все, блять, это убер машина, просто можно ехать ебать все, что шевелится. Типа и дались мне эти пулеметы. Я могу, в принципе, или все-таки загнать его. Нет, мы посмотрим по обстоятельствам. Нет, стоп. А, нет, продавать-то мне и нечего. А в качестве главного калибра я ее сейчас не поюзаю. Блять, опять крюка давать. Хотя, может, тут удастся срезать. Отличная рапира. Пушка ебучая, конечно. Так, куда мне ехать? Мне надо вон на те холмы. Поэтому делаем... Блять, не делаем, мужик. Или вот это дерево надо снести, по-моему. Сейчас жопой танкану. Здесь вроде более такой пологий въезд. А, блядь, там, по-моему, невидимая стеночка. Или сюда. Не, срезать не удастся, по-моему.
А вот тут я уже реально застрял. Вот что я, блядь, делаю, а? Кто мне подскажет? Блять, и в одном и том же месте у меня задирает срачевню. С другой стороны, я еще подзаработал. Почему очень сука быстро ехать? Ну, по сравнению со стоковым белазиком, я реально еду быстро. Так, мап. Ой. Вчапился. Ну вот ваша башка, блин, забирайте. Еще 25 кусков отсыпали. Ништяк. Вот, 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 тот самый баг. Белаз не может в горку. Поэтому он трогается, но под низким углом. Так, комплекс Алгор, что такое? А, это то же самое, но для энергетических стволов. Какой из них дороже? 36. 37. Все-таки огнестрельный. Здесь, в принципе, тоже может быть ящичек. Ржавый, но смертельный флаг. Запахло ништяками. Так это и есть таракан? Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, за ебца, еще и 5000 отсыпу. Так, а что за новая история в журнале? С локации выезжать не придется. Город мертвых, блядь. Хотя, с другой стороны, то, что я там видел, действительно напоминает какой-то заброшенный завод. Не то завод, не то промку. Так, ну чё, значит, дорога нам лежит в город мёртвых. Блять, пока
сахатил на эти ящики. Так и проебал фишку и уебался. Ой, блядь. Ну все, пацаны, останься, прощевай-то. Так, теперь мне куда, блядь? Че, я этому корешу пизды дал, что ли? Еще один там ползает. Так, ну этого я сейчас с ближней дистанции доберу. Так, может все-таки доехать отремонтироваться перед миссией. Блять. Сука, ебучий БелАЗ, он как Польша в космос. Точно так же не может. Так, по-моему, должно быть дьявольское очко. Должен проскочить. Так, торможение. Жесткое причем. Так, смогу ли я через горы? Да сука! С другой стороны, меня как-то особо ебать не должно. А чё, жопой намотался? Я думаю, у него только задний привод доступен. Сука. Еще отсюда и не съебать. Вот нахуя я в эту яму запрыгнул, кто мне скажет? Сучка. Блядь. Осеялся я достаточно давно. Плюс груз у меня в инвентаре дохуища. Я его еще раз собирать не хочу. Ёбаный, сука, Сенегал.
Да сука. Черти ж меня дернули в эту яму, блять, забраться. Я так и дико извиняюсь, небольшая техническая накладочка. С работы звонили. Так. Блядь, там еще два арбатрона, сука, меня сейчас изнасилуют. Прошмандовки. Опа! Давай, Белазик, опа! Где там кто ползает? Ух, я слез. Я наконец-то выбрался. Не, ремонт мне по-любому нужен. Хотя, в принципе, если так подумать... Что-то робот в духуище, кстати, расплавилось, не находится. Да, инвентарь у меня подзабит, конечно. Так, а что у них по оружию? Блин. Так, рапира, флаг. Все хуйня. Так, а самое главное, ты мне сделали. И F2 на всякий. Ну что, наверное, доедем до города мертвых, а там в рот оно все ебалось. Закончим на этом серию.
уже без пиздежа открываем огонь. Ага, вот, дорога единственная сохранившаяся асфальтовая в этой части. Чё-то, кстати, робиков не видать. Видимо, остальные инсектоиды дико прихуели. Ага. Да, промзона какая-то. Короче говоря, на Белазе нам не проехать. Поэтому надо искать технику помельче. Где-то вот. Тут должна быть парковка, на которой стоит скаут. А, вот и парковочка. А он и скаут. Скаут GT. Проезд. Мой грузовик тут не проедет, а пешком ходить слишком опасно. Нужно поискать машину. Ну, то, о чем я говорил. Нужно поискать машинку поменьше. Конечно, блядь, на Белазе в такой комариной очко лезть. Спасибо тому, кто забыл здесь эту тачку. На ней я смогу проникнуть на завод. Думаю, никто не обидится, если я позаимствую ее ненадолго. Сейчас заправлю, зажигание, мотор. Вот тачка-то резвая, зараза. Проблема вся в том, что она без оружия. Резвая, ну, в плане очень быстрого набора скорости она резвая. Инвентарь у нее всего две клетки. И пидорасит ее, как припадочную. А скаут спокойно влазит. Вот только где артефакты лежат, я хуй помню. Честно. А вот искать их мы будем в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. И пока.